У арчан в доме номер 147 по Новосибирской улице температура в квартирах держится около отметки в 15 градусов. С мороза они заходят практически в холодильник. После того, как авария случилась на ТЭЦ, и до того даже, у нас в доме холодно. Батареи, вверх горячий, низ холодный. Вот у меня, например, температура после аварии на ТЭЦ 16 градусов вот в угловой комнате. Я ее нагоняю обогревателями, 18, ложусь спать, 18, утром просыпаешься, опять 16. Ранее в квартире тоже было не особо тепло, но температура соответствовала норме 19-20 градусов. Сейчас стало значительно холоднее. Арчане уже несколько лет обращаются в управляющую компанию «Хрустальная» с вопросом, почему так холодно. В УК говорят, что виноват водоканал. Канализационные стоки затапливают и охлаждают теплотрассу. Ранее у ППТС принимали заявки по поводу холода, но на днях перестали и начали направлять в управляющую компанию составлять акты. Составляйте акты и относите в энергосбыт на перерасчет. Но это же не выход. Перерасчет, я формулу посмотрела, там будут копейки перерасчет. А мы живем в холоде, нам, мне, например, нужно тепло. Мне перерасчет не нужен. Но тепла нет. Уже четвертый год мы вот так вот в нашем доме боремся с этим. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к руководству управляющей компании. Там нам сказали ровно то же, что и Светлане. У нас смещенные дома 143-145 по улице Новосибирской. Там топит канализационными стоками. Лоток тепловых сетей. То есть из-за того, что топит, тепловая трасса остывает. Поэтому в полном размере тепло не могут получать жильцы дома. Но у нас мы там постоянно обращаемся и в энергосбыт, и водоканал. Водоканалу указываем. Энергосбыт и тепловые сети знают о том, что такая ситуация. Это уже давно такая ситуация. Но водоканал в данном случае бездействует. В РВК Орск, в свою очередь, сообщили, что о ситуации знают. Специалисты разбираются в проблеме. Депутат этого округа Вячеслав Энгель признался, что к нему никто из жильцов не обращался. Но ситуацию он взял на заметку. Ждем результат. Анна Паначева, Илья Борисов, служба информации ТРК «Евразия».